Ох, пойду сейчас вождя! Сейчас вы будете наблюдать за нашими очень классными попытками снимать видосики в ТикТок. И в конце будет просто мощнейшая гонка. Пацаны, ну, М5, там CLS, просто отдыхают. Короче, смотри, я сейчас так просто сделаю. Делай сразу 4К. Только, наверное, на 3х лучше всего. Приближать, отдалять. Как... Не, не надо. Тогда медленно просто. А ну, если багажник закроешь, что со мной будет? Давай. Въебет по голове даже. Вот так, блядь. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? Застрял? Давай тебе задержать. Итак, друзья, сегодня у нас гонка между старым Авенсисом, это у нас Вовчик, между старым Авенсисом и новым Авенсисом. Первая ступень отработала. Итак, друзья, сейчас мы спросим у данного гонщика его эмоции. Вот это ваши Венгалби, Ахмед, это все. Хотите продолжение? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!